בוקר טוב שם לכם, ברוך הבא, שלום הלכות שבת, סיבוני בדרת השם, 445, פתח עליון הנביא, שיר השירים, מנחה בדרת השם, 445, כך נתון נזלי, פרשת תצווה בדרת השם, ירסון של דברי תורה לנשמת כהן, בן נחלם, אבי דרושי וגם מרים בת אסנת, להסחת המשחק בתם ישראל, שלום בארץ ובעולם. סיבוני פורים קטן, זכתרה, שושן פורים קטן, את הדבר דניה, כתור ימי התפתש תאי שהוא סיום, Поэтому мы перейдем к Алахот Шаббат, скажем пару советов, что нужно делать сегодня. Сегодня желательно зажечь две свечи, одну в честь Мордехая Цадик, вторую в честь Эстер Хамалка, и прочитать 22-й Тейлим, который относится именно к ним. Сегодня желательно до часу дня сделать трапезу с хлебом, и после этого сказать Беркат Амазон, выпить немного вина, чтобы исполнить митцву во время этой трапезы. Магдили Мигдор будет сегодня. Сегодня Макди. Во время трапезы прочитать 90 до 100 Тейлим, 10 Тейлим прочитать. Сегодня днем, да? Сегодня сейчас до обеда, да. После обеда, как мы сказали, сегодня целый день и завтра целый день, это потрясающее время для принятия молитв. Человек поэтому должен помолиться Всевышнему, признаться в своих грехах, попросить его, чтобы он помог ему раскаяться, Бедрат Ашем, и Бедрат Ашем, чтобы Бог дал мир в земле Израиля, и Бедрат Ашем, чтобы очистил нас. Кроме этого, человек, который может сегодня прочитать Тикун Аклали, желательно пусть прочитает. Завтра с хлебом сделает. Завтра с хлебом выходит, это лучше всего. Да. В Шаббат желательно прочитать со 120 до 150 Тейлим. Нишмат Кольхай, мы читаем это на Шахарит. Кто хочет прочитать еще один, может прочитать еще раз. Тоже почитать Тикун Аклали, Бедрат Ашем, чтобы очистить свою душу. И несколько минут также в Шаббат человек пусть выделит себе, поговорит со Всевышним, попросит его, и Бедрат Ашем, чтобы всем дал Всевышний избавление, кто в чем нуждается, что у кого не касается, не хватает Бедрат Ашем, чтобы Всевышний этим ему восполнил. Главное, Бедрат Ашем, чтобы Всевышний вернул всех пленников, Бедрат Ашем, и все солдаты живые и здоровы вернулись в Эрец-Исраэль. Алахот Шаббат мы сами сказали. Вера в Шаббат в пятницу. Человек после минхи, то есть примерно за 2,5 часа до шаббата не имеет права работать. Есть люди, которые в пятницу вообще не работают, чтобы подготовиться к шаббату. Не можешь не работать, за 2,5, за 3 часа до шаббата закрой свой бизнес. Запрещено работать, делать малаха перед наступлением шаббата. Имеется в виду малаха, которую человек делает постоянно. Будь он парикмахер, будь он сапожник, будь он кто бы и не был. Но если он хочет написать письмо. Письмо тоже в шаббат писать нельзя. Писать в шаббат тоже один из запретов. Но так как это его непостоянное, то, что он делает, можно в эти 2,5 часа написать это письмо, если ему необходимо. Но тот, кто работает в это время, благословения с этих денег он не видит. Кроме этого, мицва для каждого человека проверить свои карманы перед тем, как пойти в синагогу в пятницу. Чтобы не было там ничего запрещенного, мукце, или чтобы не нарушить запрет выносить и заносить что-то из частного владения туда и обратно, если нету эрува. Кроме этого, мицва добавить к шаббату от буднего дня. Поэтому мицва принять шаббат пораньше в пятницу и проводить его попозже в муцей шаббат при выходе шаббата. И это, как они говорят, скула для парноса. Мы, Бедрат Ашем, хотим, чтобы у нас всех была парноса, беревах, в изобилии. Написано, хахами говорят так: «Асе шаббат хахоль, ве аль тистаре тиздакек лабриот». Сделай свой шаббат будними и не нуждайся в других. Одно простое самое объяснение, что не бери деньги в долг, чтобы сделать себе огромную трапезу на шаббат. То, что у тебя есть, так проводи. Но другое, если ты будни делаешь в шаббат, то есть в пятницу, полчаса, 20 минут, час до шаббата, ты принял на себя шаббат, моцей шаббат ты его попозже проводил, ты из буднего дня сейчас сделал шаббат. Благодаря этому, Бедрат Ашем, ты не будешь нуждаться ни в чьей помощи, парноса, Бедрат Ашем, у тебя будет в изобилии. И с того времени, как человек принимает на себя шаббат, даже он принял на себя шаббат 20 минут до шаббата, для него шаббат, всем другим можно делать, все, что еще можно делать до шаббата, ему уже нельзя, он принял на себя шаббат, уже для него шаббат. Баруха Адонай Леолам, амен ве амен.